Первый день лета, наверное, каждый хочет ненадолго вернуться в детство, поэтому почетные взрослые гости не смогли пройти мимо ручейка и присоединились к веселой игре. И это только часть большой праздничной программы. Сразу после экскурсия по выставке предметов домашнего обихода, которыми пользовались наши предки. Эта дощечка называлась рубик. И вот таким способом люди гладили свою одежду вплоть до середины 17 века. Сколько добрых, а самое главное, национальных русских традиций. Она именно делает спектакли со своим замечательным коллективом для наших детишек. И вот сегодняшний день тому подтверждение. Поэтому я всех поздравляю, всей души. Самое главное – здоровье, благополучие и побольше солнечных улыбок. Экскурсия только завершилась, а юных гостей праздника уже ждали на сцене сказочные герои. Мы решили сделать такой подарок сегодня для деток. Показать им сказку «Волшебный колодец». И сегодня в зале присутствуют удивительные детки. Это наша школа «Надежда». Детки сотрудников Перхушковской больницы. И, конечно же, наши любимые друзья. Впрочем, юные гости на спектакле не были просто зрителями. Детвора активно помогала сказочным персонажам, чтобы добро быстрее победило зло. Завершился праздник, посвященный Дню защиты детей, чаепитием и, конечно, бурным обсуждением просмотренного только что спектакля. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».